Тема урока – мощность и работа. На этом уроке мы рассмотрим решение задач на расчет мощности и работы. Механическая работа равна произведению модуля силы на путь, пройденный телом под действием этой силы. Формула работы А равно F умножить на S. Работа измеряется в джоулях. Мощность равна отношению работы ко времени ее выполнения. N равно А, деленное на Т. Единица измерения мощности – ватт. Задача первая. При помощи подъемного крана поднимают гранитную плиту объемом 0,5 кубических метров на высоту 12 метров. Плотность гранита – 2500 кг, деленное на кубический метр. Какая работа при этом совершается? Запишем условия задачи. Нам известны плотность гранита, обозначается буквой ρ и равна 2500 кг на кубический метр, высота h – 12 метров, объем плиты – v – 0,5 кубических метров. Найти работу А. Решение. Запишем формулу работы. А равно F умножить на S. При помощи подъемного крана равномерно поднимают плиту, значит, работу совершает сила тяги двигателя крана, под действием которой плита перемещается на 12 метров, то есть путь равен высоте подъема. S равно H. Направление движения и силы тяги совпадают. Работа положительная. При равномерном подъеме сила тяги по модулю равна силе тяжести, действующей на плиту. Ее можно определить по формуле МЖ. Массу плиты определим по формуле плотности. М равно ρ умножить на В. Вычисление можно сделать по действиям. М равно 2500 кг на кубический метр умножаем на 0,5 кубических метров. Равно 1250 кг. Сила тяги равна 10 ньютон на килограмм умножаем на 1250 кг равно 12500 ньютон. Работа равна 12250 ньютон умножаем на 20 метров равно 245 тысяч джоуль или 245 килоджоуль. Запишем ответ. Работа крана по подъему плиты равна 245 килоджоулей. Задача вторая. Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы из шахты глубиной 150 метров откачать воду объемом 200 кубических метров? Плотность воды 1000 кг на кубический метр. Запишем условия задачи. Известны мощность насоса N равно 50 кВт или 50 000 Вт. Глубина H 150 метров. Объем воды в 200 кубических метров. Плотность воды ρ 1000 кг на кубический метр. Найти мощность N. Решение. Запишем формулу мощности. N равно А деленное на Т и выразим время. Т равно А деленное на N. Работа при подъеме воды совершается силой тяги насоса, которая при равномерном подъеме по модулю равна силе тяжести. А равно F тяги умножаем на S равно MGH. Массу воды найдем по формуле плотности. М равно ρV. Вычисление произведем по действиям. Найдем массу поднятой воды, работу силы тяги и затем время. Запишем ответ. Насосу потребуется 100 минут времени или 1,7 часа. Задача третья. Высота плотины гидроэлектростанции составляет 12 метров. Мощность водяного потока – 3 мегаватт. Найти объем воды, падающей с плотины, за одну минуту. Запишем условия задачи. Высота H – 12 метров. Мощность N – 3 мегаватт, 3 миллиона ватт. Время T – 1 минута, 60 секунд. Плотность воды ρ – 1000 кг на кубический метр. Найти объем воды V. Решение. Объем воды можем найти из формулы плотности. V равно m, деленное на ρ. Вода падает, на нее действует сила тяжести. F тяжести равно mg. И совершает работу. A равно F умноженное на S равно mgh. Откуда масса равна отношению работы к произведению gh. Неизвестную работу можно найти,
умножив мощность потока на время падения воды, а равно n умножить на t. Подставим числовые значения в записанные формулы и вычислим по действиям. Запишем ответ. За одну минуту с плотины падает 1500 кубических метров воды. Итак, при решении задач на расчет работы и мощности необходимо ответить на вопросы. Какая сила совершает работу? Какой путь проходит тело под действием этой силы? Определить направление движения и приложенной силы. Помнить формулы расчета работы и мощности. А равно F умножить на S. N равно A деленное на T. Из формулы работы можно найти действующую силу и путь. F равно A деленное на S. S равно A деленное на F. Из формулы мощности можно определить совершенную работу и время. А равно N умножить на время. T равно работа, деленная на мощность.